парад юбиляров. Так назывался творческий вечер преподавателя отделения народных инструментов Буйского областного колледжа искусств Юрия Смирнова. Концерт был посвящен 55-летию Юрия Александровича. И эта дата совпала с юбилеем колледжа. В 2024 году Баки тоже исполнилось 55. Талантливый музыкант, народник, Юрий Смирнов работает в колледже более 30 лет. Самостоятельно поступил в музыкальную школу. И в период с 1978 по 83 год окончил музыкальную школу под чутким руководством Балиной Ирины Павловны. По окончанию школы Юрий поступил в Буйское музыкальное училище по классу педагога Кудрявцева Елены Николаевны, где проучился до 1988 года, а затем год до армии проработал в школе искусств поселка Чистые Бары. И вот с 1991 года Юрий Александрович работает в нашем замечательном училище, готовит будущих педагогов, артистов оркестра и ансамбля, которые становятся лауреатами на конкурсах различного уровня и радует нас своей творческой деятельностью. Выпускники Юрия Александровича работают по всей России, от Владивостока до Санкт-Петербурга. То есть можно сказать, что Юрий Александрович – педагог всероссийского уровня. В юбилейном концерте 5 июня приняли участие преподаватели, студенты, выпускники и учащиеся специальной детской музыкальной школы Буйского колледжа искусств. Концерт открыли произведения отца русской балалайки Василия Васильевича Андреева. Аккомпанировала Мария Катаева. Юрия Смирнова и Розенмана Владимира Витальевича. Владимир Витальевич – педагог, концертмейстер, а для Юрия – просто лучший друг, с которым он прошел по жизненному пути на протяжении 39 лет. Этот дуэт Юрия Смирнова и Владимира Розенмана хорошо знаком буйскому зрителю. Буевляне всегда бурными аплодисментами приветствуют музыкантов и не хотят их отпускать. Преподавателям колледжа посвятили выступающие романс Александра Шалова «Белой акации гроздья душистые». Его исполнила Мария Катаева. Аккомпанировали студентка третьего курса фортепианного отделения Александра Загулина и Юрий Смирнов. Всем нашим коллегам, которые работали в Буйском музыкальном училище, в техникуме, в колледже, которые сейчас работают, это для вас.
Конечно, творческий человек, музыкальный мэтр, маэстро, которого в шутку, но с большой долей правды в Буе называют балалаечником всея Руси, отмечают юбилей именно концертом. Это доказательство того, что он способен не только грамотно учить, но и ярко и талантливо выступать. То есть, что называется, показывать класс. Коллеги, друзья, зрители, супруга Елена поздравляли юбиляра на этом вечере. За годы работы Юрий Александрович был награжден почетными грамотами и дипломами всевозможных конкурсов – региональных, всероссийских и международных. Это «Юные таланты малых городов», «Парад ансамблей», «Голоса России», «Струны России». В 2011 году Юрий Смирнов стал лауреатом премии «Признание» Костромского государственного университета имени Николая Некрасова за вклад в педагогику. В 2019-м награжден почетной грамотой Костромской областной думы. В 2021-м занесен на городскую доску почета. В 2023-м стал призером международного патриотического конкурса среди исполнителей 15 стран «Жар-птица России». В феврале 2024 года стал обладателем гран-при международного конкурса фестиваля «Старфест» в номинации «Инструментальное исполнительство. Народные инструменты». Юрий Александрович является председателем жюри конкурса исполнителей на народных инструментах памяти Николая Федоровича Абрамова «В музыке душа живет». Свои творческие номера зрителям подарил ансамбль балалаечников. Это сам Юрий Смирнов 88 года выпуска из колледжа и его выпускники, окончившие это учебное заведение в разное время. Дмитрий Гончаренко, 2007 год. Александр Бабушкин, 2012 год. Алексей Большаков, 2023 год. И Роман Плотников, ученик музыкальной школы при колледже. Концерт продолжил ансамбль русских народных инструментов, куда входит Лариса Смирнова.
На вечере говорили про друзей, которым посвящались концертные номера. Юрия Александровича связывает дружба с первого класса с Николаем Васильевичем Виноградовым, с которым в настоящее время они еще и работают вместе в колледже. В концерте также приняли участие Андрей Смирнов, Павел Рассказов. Вел творческий вечер Дмитрий Гончаренко. Наш герой Юрий Александрович Смирнов не просто музыкант, но и концертмейстер, и педагог высшей квалификации, блестящий руководитель. В 2017 году он стал руководителем ансамбля «Вдохновение» и дирижером оркестра русских народных инструментов. Оба коллектива – неоднократные призеры и победители различных конкурсных испытаний. «Душа России» – Кострома, «От чистого истока», «Голоса России», «Жар птицы России», «Творческий круг», «Парад ансамблей», «Русская весна», «Гармония звука». Русской народной песни я включил в репертуар не случайно. Я хочу посвятить ее одному замечательному, прекрасному музыканту, к сожалению, которого уже с нами нет, прекрасному руководителю оркестра Николаю Федоровичу Абрамову. Памяти Николая Федоровича Абрамова. Thank you.
40 лет работал, уже 40 лет. 40 лет, да. Это дорогого стоит, это огромного труда стоит, огромных ваших творческих сил, заряда энергии. Я понимаю, чего вам это стоило, Игорь Александрович. Вы вообще герой для меня сегодня на самом деле. 4 рубашки. Вот, 4 рубашки, вы представляете? Ну, это лето, это прекрасно. Вот, мы вас сегодня любуемся вами весь вечер в разных одежках. Во всех нарядах, душенька, ты хороша, да? Вот, мы вас от души, я еще раз вам сегодня это скажу, мы вас от души поздравляем, мы вам желаем творческих успехов, неиссякаемого заряда вот этой вот творческой энергии. Живите в ней, купайтесь, дарите ее окружающим, у вас это прекрасно получается. Вдохновляйте детей, вдохновляйте студентов, вдохновляйте нас, своих коллег, своим творчеством. Каждый раз, видя вас на этой сцене, испытываешь не просто какое-то культурное удовольствие, а вот просто минуты счастья, когда звучит музыка из такого прекрасного инструмента в таких умелых руках. Спасибо вам огромное, Юрий Александрович. Сегодня я вот просто где-то не здесь была, где-то куда-то улетала, каждое ваше произведение, особенно в первой части концерта. Вот. Спасибо, что сохраняете отделение, спасибо, что воспитывайте, продолжайте специалистов. Сегодня вот ребята были, ваши выпускники на сцене. Это тоже очень приятно. К сожалению, не все, но они работают. Вас очень любят, уважают. И я думаю, что все поздравляют сегодня. Наверное, слова поздравления вы сегодня слышали много. Ну а мы всем коллективом еще раз присоединяемся к этим всем поздравлениям. Любим вас, Игорь Александрович. Всех благ. Ближайшее к юбиляру отделение, помимо народников, там родные, а самые близкие кто? Пианисты. Да, вот мы, в общем-то, да, мы горды, что без нас-то куда? Никуда. Да, в общем-то, никуда. Нет, ну соло-соло, да, сами понимаете. Сольно сыграть весь концерт? Не смогу без вас. Да. Но Юрий Александрович в училище для пианистов, конечно, фигура не просто, ну, как бы педагог, уважаемый, замечательный артист. Понимаете, помимо того, что мы все педагоги, мы не все артисты. А это по большому счету артист, я думаю, не только в нашем училище. По-моему, это имя уже на всю область, это точно. Я что-то не помню, кто у нас еще в области был, лайшники такого уровня. Так что нам очень повезло. С днем рождения, ярких, счастливых дорог, наяву воплощенных желаний. В жизни каждый момент, чтобы радовать мог, умножались свершения с годами. Бесконечной удачи, побед впереди, убеждаться, что было несложно. Если верить в успех, смело к цели идти, то не будет вершин невозможным. Пусть друзья будут в важных делах помогать. Всей душой люди близкие любят. И находятся поводы, чтоб утверждать. Все отлично! Так было и будет! Обратилась я к Ирине Николаевне Скородумовой, которая мне помогла сочинить такое замечательное стихотворение. Юбилеи приходят, никуда тут не деться. Принимайте сегодня поздравления от сердца. Человеку искусства, в ком живет вдохновение, хочу выразить чувства я в своем поздравлении.
Вы душа отделения инструментов народных, кладезь вы без сомнения достояний природных, справедливый и честный, позитивный учитель. А еще нам известно, вы рыбалки любитель. Лес, природа раздолье для души подзарядки, ну а летом приволье — это дача и грядки. Человек просто класс, человек интересный. Я хочу, чтобы у вас жизнь лилась, словно песня. Пусть энергии ключ не иссякнет годами, и пусть творчество луч воплотится делами. Счастье пусть согревает, пусть эфтер по вас влюбится. О чем сердце мечтает, обязательно сбудется. Дорогие зрители, я приехала совсем недавно ради вот такого юбилея своего однокурсника, коллеги. Как все тут говорили, кто сколько знает Юрия Александровича. Так вот, я посчитала, тоже 40 лет мы знакомы с Юрием Александровичем, как поступили сюда на первый курс училища. Проучились вместе, потом работали до недавнего времени. Ну и все равно мы поддерживаем связь. Мы коллеги по творчеству, по работе. И я хочу, конечно, пожелать Юрию Александровичу, или просто Юре, как другу, музыканту, конечно, крепкого здоровья, успехов именно вот в твоей творческой жизни, чтобы творчество всегда развивалось и радовало. И радовали ученики, студенты, чтобы были замечательные студенты, чтобы они потом прославляли Юрия Александровича, нашего знаменитого балалаешника на всю область, который звездит. Не все, конечно, да, могут выступать на сцене. Это дорогого стоит, когда выходить на сцену, все вот это волнение, трепет, пальцы потеют, спина потеет, и не только пальцы, да, как вы видели. Это очень большой труд. Все думают, наверное, музыканты, это легко, так, вышел, поиграл, так, немножко поразвеселил народ и сам повеселился. Но это очень огромный труд. Мы учимся больше даже, чем врачи. Сначала школа, потом училище, потом вузы, консерватории или институты. Так вот, музыканты идут очень большой, долгий путь, и я... Думаю, что путь этот не зря. Юрий Александрович еще долго будет идти по этому творческому пути. И будет, я надеюсь, очень много еще учеников, студентов, которые будут дальше вести именно творчество Юрия Александровича, чтобы балалайка звучала, это русский народный инструмент, русская, чтобы русская душа развернулась и все полюбили народную музыку. Я от души всех поздравляю с юбилеем и колледжа, и Юрия Александровича. И желаю, конечно, и семейного счастья, и крепкого, прикрепкого здоровья, еще звездить очень долго. Спасибо. Ну, ваша сладкая ягода, там уже пляс пошли мурашки. По спине, так что замерзли и стоптали всю. Но сегодня, надо вспомнить, зачем я сюда поднялась, у вас сегодня красивая дата. Две пятерки. Вы вообще по жизни отличник во всем, во всех направлениях. А сегодня вы отличник вдвойне. Вот. Вы прекрасный семьянин, прекрасный друг, прекрасный преподаватель, коллега. Вот, хотелось бы вас поздравить с вашим замечательным юбилеем. Хотелось бы пожелать, чтобы ваши родные и близкие всегда окружали вас рядом были, всегда окружали вас заботой, теплом, любовью. Чтобы ваши мечты сбывались, и те, которые вам подарили на картинке, чтобы подъехала эта мечта к вам, и все, уже пора не самому крутить педали, а чтобы и кто-то уже довозил, привозил.
Вместе с водителем. Хочу вам подарить кое-что от нашего коллектива. Спасибо большое. Вот. Это вам? Подарю. Спасибо вам. Дорогой Юрий Александрович, сегодня было сказано много поздравлений. Мы ко всем ним, конечно же, присоединяемся. И от себя хочу пожелать вам простого человеческого счастья. С днем рождения, маэстро! Спасибо, родные. Спасибо большое. Ой. Спасибо. Ну, друг, дай на счастье лапу. Взаимно. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Огромное спасибо, что вы меня поддержали. Для меня это самая главная поддержка. Это зритель и слушатель. Спасибо большое всем выступающим. Спасибо большое за добрые слова, за доброе напутствие. Я хочу еще бы огромное спасибо сказать моим помощникам. Все, кто сегодня принимал участие в концерте. Ну, не принято у нас выходить на сцену вот всем вместе. Вот как-то вот. Надо будет эту традицию ввести, чтобы после концерта все выходили. Вот, спасибо всем большое, всем участникам концерта. И ребятам большое спасибо за дежурство на сцене. В общем, всем большое спасибо. И еще один момент. Немножко грустный, чуть-чуть я моментик вам исполню, но потом поясню, что... Русская народная песня. Не корите меня, не броните, что сегодня я что-то не так сыграл. Спасибо всем большое. После концерта и поздравлений мы поинтересовались у Юрия Александровича его впечатлениями от этого торжественного события. Я чувствую радостное и облегчение, и радостное чувство выполненного долга. И чувствую чувство благодарности зрителям. Я очень благодарен зрителям. Что для вас колледж? А колледж стал для меня это моей жизнью. Здесь я с 84 года, уже 40 лет. Гораздо большая часть жизни посвящена колледжу. Поэтому это жизнь для меня, колледж. Без колледжа я как-то себя не представляю. Слушайте, у меня даже мысли не было уйти. Даже не было у меня той точки, куда бы я мог бы перейти. В эту точку бы переселиться и уехать куда-то. Где-то работать в другом месте. Я себя не представлял пока, даже и не задумывался ни разу. У вас был пример какой-то? Вот пример маэстро. Пример маэстро? Ну, для меня маэстро – это Николай Федорович Абрамов. Он сам баянист. А как великолепно он не только играл на баяне, но и руководил оркестром. Это просто чудо было, песня. А потом он еще вел преподавательскую деятельность по классу домры. Вот это маэстро, я считаю. Поэтому сегодняшнее одно из произведений я посвятил памяти его. Конечно же, колледжу желаю благополучия, процветания, еще раз процветания. Большое количество, огромное количество студентов, чтобы училось в нашем колледже, чтобы все классы были переполнены, чтобы стояли, занимали очередь на занятиях в классах, чтобы идешь мимо колледжа и звучало из всех окон звучала музыка, как это было в советские времена. Когда учились у нас студенты со всего Советского Союза. С Армении, с Грузии, с Прибалтики, а из Крыма, из Украины, из Джанкоя, ой, было столько студентов, не перечесть. И вот этого я тоже желал бы сейчас нашему колледжу. И долгих, бесконечных лет существования колледжа.
и востребованности нашей профессии.